Здравствуйте, я Татьяна Недуева. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Хорошо меня слышно или плохо меня слышно? Частично я буду появляться перед вами в виде видео, когда буду показывать. Частично буду закрывать себя по той простой причине, что иногда связь обрывается, и иногда видео очень, ну, плохо грузит, чтобы у нас не было с вами перебоев. Итак, мы с вами начнем. Начнем мы с вами сегодня говорить о новинках каталога. Вы, кстати, внимательно изучили каталог. Это просто бомбический волшебный каталог со скидками. Каких только наборов там не существует, каких скидок только там нет. 50-60%. Прям вот обратите внимание, а парфюм просто идет вот такой линией, с такой классной скидкой. Просто вот обновить сейчас парфюмерный гардероб советую абсолютно всем. Не только вам, но и вашим клиентам. Поэтому обязательно на это обратите внимание. Обязательно сделайте закладки, прям изучите все моменты каталога. Я, конечно, вам покажу чуть дальше. Ну, а сейчас начнем мы с вами с новинок. И первая новинка, которая у нас с вами есть, это серия Miss Skinny. Кто уже попробовал, ставьте пятерочки. Так, у меня тут микрофончик не хочет меня слушаться сегодня. Ну, как-то пытаюсь с ним справиться. Сломала его. Значит, смотрите, по поводу серии Miss Skinny. Так, вот у меня сыворотка для лица от морщин и сыворотка для глаз. Я взяла пока вот эти два продукта. Гелевая текстура, такая легкая, ощущение никакого, вот, ну, такая невесомая прям наносится, липкости никакой не остается. Единственное, для меня показалось немножко на один слой мне недостаточно. Поэтому, естественно, что сверху я еще наношу крем. Вот. Обратите внимание, что в данной серии есть крем с SPF 30. Это круто. То есть защита нашей кожи от солнышка. Солнышко уже светит, вы это наблюдаете сейчас на мое лицо. Вот падает солнце из окна. Значит, что же такого удивительного в этой серии? Да? В состав входит гиалуроновая кислота, мадикоксадид, лизат бифидобактерий, церамиды, пептидовый комплекс. За что же отвечают данные вот, ну, вещества? Давайте с вами более подробно разберем. Значит, лизат бифидобактерий – коктейль такой биодоступных молекул с восстанавливающими свойствами для кожи. Масло ши, которое содержится в данной серии, оно хорошо увлажняет и дарит кожу нашу и дарит ей энергию на весь день. Комплекс пептидов предотвращает появление морщин и уменьшает их видимость. Эта серия направлена как раз вот на уменьшение наших морщинок. Гиалуроновая кислота и мочевина – это, естественно, самые, наверное, вот, легко доступные, такие легко усвояемые нашей кожей увлажняющие средства. И они, кроме того, что они увлажняют, они еще и удерживают влагу в нашей коже в более глубоких слоях и делают такую мягкую кожу, эластичную. Лизат бифидобактерий – это коктейль с такой, знаете, с биодоступными молекулами, с восстанавливающими свойствами. Лизаты, они участвуют на поверхности нашей кожи, да, делают такую среду, которая способствует размножению нормальной микрофлоры и являются, ну, неблагоприятной для патогенных микроорганизмов. Поэтому, используя данную серию, вы еще и будете питать полезные бактерии вашей кожи, да, а недружественные, ну, будут в стороне стоять. Значит, форма витамина В3, ниацинамид, водорастворимая, она эффективно блокирует пигментные пятна и морщины. Карнозин, который содержится в составе, он замедляет процессы старения. И такой, знаете, вам немножечко ликбез, что карнозин, довольно много карнозина содержится в кисломолочных продуктах.
Поэтому сыры, кефир, йогурт, творог, куриные перепелиные яйца, рыба, лосось, тунец, скумбрия, растительные зелень, петрушка, сельдерей, укроп, шпинат, базилик, салат, бобовые культуры, соя, фасоль, горох, чечевица. То есть это все продукты, содержащие карнозин. Значит, и чтобы получить вообще дозу карнозина, да, рекомендуют чаще лакомиться грибами. Вот, это все замедляет процессы нашего старения. Поэтому мы можем помогать кремами, значит, мисс Кини внешне. И, значит, внутрь мы можем использовать продукты, которые также вырабатывают данный, значит, данный, не знаю, как его назвать там, данный, не продукт, скорее всего, а данный ингредиент, да? Так, идем дальше. Серия Омега-Хит. Это крутая серия, которая, ну, вы Омегу пьете? Кто пьет Омегу на обязательной основе, напишите циферку 3. Лена, привет. Значит, те, кто пьет Омегу, знают, как она хорошо влияет на наш организм, как она хорошо восстанавливает все функции организма, да? И вообще Омегу-3 необходимо пить постоянно. Так вот, в данной серии Омега-Хит комплекс омега-кислот, так, сейчас я перелистну слайдик. Так, сейчас, девочки. Угу. Значит, вот смотрите, 4 основных, значит, масла, которые содержатся в данной серии. Так вот, льняное масло, оно бережно ухаживает как за молодой, так и за возрастной кожей. Поэтому, если будут спрашивать у вас по возрасту, можете рекомендовать ее всем. Увлажняет, смягчает кожу, убирает мелкие морщинки и устраняет раздражение. Облепиховое масло, оно известно как... Ну, то, не только там кладезь витаминов, да, в медицине это ранозаживляющий эффект, да, поэтому в области косметологии укрепляет защитные функции кожи, питает и смягчает. Оливковое масло. Все рекомендуют диетологи использовать, да, оливковое масло в питании. Так вот, оливковое масло теперь в наших кремах – это стимулятор процесса регенерации. Быстро восстанавливать будет кожу, нормализовать будет жировой обмен в клетках кожи и усиливать естественный защитный барьер. А вот кунжутное масло, оно, кроме ранозаживляющего и противовоспалительное действие имеет, будет усиливать местный иммунитет кожи. То есть мы еще теперь можем на иммунитет не только изнутри, да, пропивая омегу-3 или омегу-3, 6, 9, значит, но и снаружи мы будем, использовав данную серию, усиливать иммунитет кожи, оказывая антиоксидантный эффект. И также борется с сухостью, шелушением, интенсивно питает и увлажняет кожу. В общем, пробуем данную серию. Следующий с вами продукт мы... О, это серия Хамигаки. Да, вот такая вот серия, смотрите, зубные пасты. Но, к сожалению, я смогла взять две. Кто взял больше, напишите цифру 1. Я взяла только две, потому что двух других паст я пока не увидела. Значит, экстракт, сейчас я покажу, что входит в состав. Значит, мука России, это антибактериальное действие будет. На нашу полость рта, на наши десна. Значит, мука России – это лиственное дерево. Оно, девочки, кожица плодов этого дерева содержит большое количество, значит, сапонитов и может широко использоваться в качестве, значит, детергента такого в шампунях и моющих средствах. Кроме того, из коры мука России готовят отвар, который используют впоследствии как отхаркивающее средство. Поэтому, используя в данных зубных пастах, то есть такой противовоспалительный эффект будем иметь
у нас дополнительно. Соответственно, хороший уход, меньше будем посещать стоматологов. Комплекс энзимов, которые содержатся в зубной пасте, они удалят зубной налет с наших зубов, извините, вот, и будут препятствовать, конечно, образованию данного налета. Значит, экстракт сакуры, антиоксидантное действие, смягчающее действие и благотворно также дополнительно влияет на наши десна. Лактат кальция будет источником служить кальция, необходимого для восстановления и укрепления зубной эмали, что немаловажно. И полимер полидон А образует на поверхности зубов такую, знаете, защитную пленку, препятствуя тем самым образованию вот зубного налета. Поэтому охота за данными, я так отворачиваюсь за зубными пастами, охота за данными зубными пастами уже началась. Поэтому прям вот, наверное, запасаемся для своей семьи и для своих клиентов. Потому что уже вчера, пробивая заказы, все спрашивали эти зубные пасты, огорчались, что еще не появились две других, но так как выбора не было, брали эти основные, пока они есть на сайте. Поэтому следите и обязательно выбивайте такую новиночку. Следующая новинка – это серия «Куркумин Форте». «Куркумин Форте». Значит, в состав входит куркумин и 95% экстракта черного перца или биопирина по-другому, да. Вы уже, кто изучает сейчас молекулярные БАДы, в курсе, для чего нужен биопирин. Тот, кто не знает, значит, я сейчас расскажу, ну и также вы можете сами найти эту информацию. В Индии куркумин называют пряное золото. В аюрведе использование куркумина – это антибиотик при воспалительных, различных воспалительных процессах, респираторных там заболеваниях, проблемах суставов. За последние 15 лет ученые прям вот очень пристальное внимание уделяют этому продукту куркумину. Натуральная формула, значит, которая вот находится в нашем новом препарате, значит, там экстракт только куркумы, спасибо большое, не перелистывайте, пожалуйста, и 95 экстрактов черного перца, он увеличивает усвояемость куркумы в несколько раз. Что делает данный препарат? Он способствует укреплению иммунитета, а сейчас весна очень обманчива, да, у нас то холодно, то очень жарко, то мы расстегиваемся, то мы недостаточно оделись. Поэтому, чтобы риск снизить заболеваемости, нам необходимо укреплять иммунитет. И куркумин нам в этом поможет. Он снижает также риск воспаления суставов, сохраняет гибкость, способствует нормализации работы ЖКТ, что немаловажно, обладает антивозрастным эффектом. Это вот, видимо, плюс к серии Miss Skinny, да. Кроме того, куркумин, получается, из корня растения куркума лонга, использовался на протяжении веков в традиционной медицине Китая и Индии для лечения ран, инфекций и многих проблем кожи. Вот. Активный компонент куркумы обладает широким фармакологическим полезным свойством, такие как антиоксидантное, противоопухолевое, аутоиммуногенные, антиабетические, противовоспалительные, противогрибковые, диабетические и противовоспалительные. То есть очень широкий спектр вот, у куркумина именно в медицинской точке зрения. Конечно, у нас не лекарство, не забываем об этом, да, но в любом случае потребление БАДов необходимо нашему организму, потому что мы недостаточно питаемся широким там ассортиментом витаминов, да, каких-то еще ингредиентов, потому что из пищи мы сейчас мало что получаем. Для этого и создаются БАДы, которые легко еще и усваиваются нашим организмом, поэтому обратите на это внимание. Ну а биопирин увеличивает, конечно, биодоступность других веществ, которые содержатся в данном препарате.
Вот, значит, он усиливает секрецию слюны, и поэтому, ну, легко такой усваивается организмом. Следующее, что у нас будет из новинок, это серия, я просто даже не могу это слово выговорить, дигидрокверцетин с витамином А, С и Е. Я отлично помню, когда-то в детстве мне прописывали витамин А, поскольку кожа сохла и трескалась, и это вот прям было моим таким основным препаратом, который мне необходимо было постоянно пить. Так, что же входит в состав данного, значит, БАДа? Во-первых, этот БАД обладает мощным антиоксидантным эффектом. Он способствует улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы, восстановление тонуса кровеносных сосудов, укрепляет стенки сосудов, что немаловажно, да, нормализует липидный спектр крови, замедляет развитие атеросклеротических бляшек. Все, за все это отвечает масло виноградной косточки, девочки, потому что это источник линолевой кислоты. Она именно отвечает за обмен липидов, сахаров, витаминов группы В, что немаловажно для нашего организма, да, ускоряет выведение отработанных веществ из клетки и способствует защите от окислительного стресса. Поэтому еще и в питании часто используют в салатах масло виноградной косточки. Если кто-то видел его в продаже, прям приобретайте, можете использовать для заправки салатов. Витамин Е, который содержится в данном БАДе, это сильный, мощный антиоксидант для нашего организма. Он способствует выработке эритроцитов, предохраняет клеточные мембраны от повреждения свободных радикалов. Вот. Витамин А, я уже о нем говорила, да, это незаменимый жирорастворимый витамин. И витамин А называют витамином роста. Он необходим для роста, значит, клеток, для развития человека. Ретинол необходим для нормального функционирования слизистых оболочек глаз, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыводящих путей. И также ретинол А – это мощный антиоксидант, тормозящий процесс старения. Противодействует куриной слепоте и ослаблению зрения. Укрепляет кости, волосы, кожу, зубы, десна, то есть к нашим зубным пастам дополнительно берем БАД, и нам посещение стоматолога практически будет только профилактически посмотреть, все ли у нас в порядке. Поэтому обращаем на данный БАД внимание, обязательно его заказываем. Кто уже заказал и начал пить его, поставьте, наверное, цифру 2 давайте, будем разные цифры ставить с вами. Кто уже им пользуется, я уже тоже заказала, уже получила, начала его пить. Вот, будем смотреть на состояние. Никто не заказал, видимо, либо с задержкой пишите. Так, идем дальше. Серия. Ага, не получали еще, Наташа. Хорошо, отлично. Потом поделитесь своими результатами обязательно в чате, да. Как будет состояние, потому что в любом случае необходимо время. Серия «Эксперт» пополнилась двумя продуктами устранения перхоти. Серия устранения перхоти. Потому что часто спрашивают для устранения перхоти шампуни. И вот у нас наконец-то дополнилось еще, кроме серии, которая с крестиком, как мы ее в простонародье называем, да, «Эксперт Фарма». Вот, точно так же, видите, у нас серия «Эксперт» для волос дополнилась двумя такими, ну, шампунями. Один шампунь, а другой шампунь-бальзам. Значит, что здесь? Цинк устраняет перхоть, нормализует работу сальных желез, микрофлору кожи головы. Очень хорошо, что они в больших объемах, в 400 мл. Это очень удобно, когда пользуются всей семьей. Также доклинически уже доказано, что применение данных шампуней с первого раза, с первого применения устраняет перхоть. Ну и также удобно то, что эта серия подходит как для мужчин, так и для подростков с 14+.
Вот, для регулярного применения подходит, ну, либо для какого-то событийного, если вдруг появилась перхоть до момента удаления, и можно пользоваться опять обычными вашими привычными шампунями, те, которые вы используете. Вот, то есть можете использовать ее для профилактики, данную серию. Что еще нового нам подготовил данный каталог? Видели все весенние купоны, что уже в каталоге, значит, номер 6, вы получаете купоны при заказе на каждые 1000 рублей. Если видели, ставьте плюсики. Тот, кто рассказал уже своим консультантам и оповестил их об этом, ставим 2 плюсика. Вот, пусть будет больше. Марина 3 поставила, значит, она не только консультантов, но еще и клиентов оповестила. Это круто. Смотрите, весенние купоны, когда это была акция, она классно, великолепно работает. Поэтому обязательно рассказывайте про купоны. Просматривайте заказы, девочки. Тут очень важно, вы получите объем, если у вас есть офисы, для офиса, да, но еще и объем структурный. Потому что если у человека заказ, к примеру, 1700, да, там, ну, то есть посмотрите по цене каталога, там, чтобы если у него не хватает, если у него в цене каталога 1800, допустим, 1700, ну, пусть он доберет, и у него будет 2 продукта, 2 купона, которые будут действовать на товар. Это уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, wellness, декоративная косметика, ароматерапия из каталога номер 7. То есть данные купоны мы получаем сейчас, мы с вами их сейчас в заказах получаем, а используем мы в следующем каталоге. То есть с 8 мая, по 7 мая мы получаем, с 8 мая по 28 мая, то есть весь май мы пользуемся данными купонами. Вот. По одному купону, как всегда, можно выбрать один товар. То есть здесь ничего не меняется. Все для купоны также в электронном виде. Поэтому здесь все более-менее понятно. Если что-то непонятно, спрашивайте, пишите. Акция для новых покупателей. Наверняка вы все обратили внимание, да, акция для новых покупателей. Крутая такая акция. Только выпустили новинки, да, и сразу же эти новинки у нас появились для новых покупателей. То есть у них возможность попробовать данный продукт за рубль. Крутой такой продукт попробовать за рубль. Обязательно рассказывайте. Рассказывайте своей структуре об этой акции. Вот так вот выглядят крема. Вот я сейчас покажу, да, вам. Вот такие вот. Это все у меня заказы. То есть те две сыворотки, которые я вам показывала, это были мои сыворотки, а это все уже у меня вот заказы. Я получила их в пятницу вот нужно будет отдать. То есть вот такие вот новиночки уже люди пробуют, уже заказывают, доверяют нашей продукции. Поэтому обязательно новичкам рассказывайте про данный продукт. А еще как вариант вы можете открыть данный крем и дать дегустировать людям на офисе, да, абсолютно всем, и рассказывать, что акция такая вот для новичков. Вы тем самым увеличите чек не только свой, да, офисный, вот, но и чек в структуре и приведете к себе новичков. Вот, поэтому обязательно этим воспользуйтесь, обязательно давайте людям дегустировать. Это очень важно. Так, идем дальше. Кто-то видел уже, может, кто-то не видел эту информацию. Если видели, поставьте тоже, не знаю, там десятку, допустим, что у нас стартовая программа претерпела обновление. Обновление 5-го шага. Вот обратите внимание, да, что по итогам периода номер 6 новые консультанты, прошедшие 5 шагов стартовой программы, будет ждать обновленный набор декоративной косметики Glam Team по специальной цене. Это палетка, это тушь, экстраобъемная шикарная тушь и консилер для лица. Вот, то он там будет идти на выбор. Поэтому об этом тоже сообщите людям.
и замена продукта в наборе четвертого шага стартовой программы. Вместо увлажняющего крема для век будет гель для умывания. Вместо мицеллярной воды в набор включен увлажняющий ночной крем для лица. Вот, то есть таким образом четвертый шаг у нас будет это увлажняющий дневной крем, гель для умывания и увлажняющий ночной крем для лица. То есть вот такая вот замена произошла. Так, сейчас я попробую как-то прикрепить свой микрофончик, чтобы он сильно не падал. Вот. И буду показывать вам, значит, что же, на что бы я обратила внимание. На что уже я обращаю внимание своих клиентов в каталоге, кроме новинок. Обратите внимание на серию, себя буду закрывать, вот такую океану. Посмотрите внимание, что вот здесь цена набора шикарная. Делайте слайды, значит, делайте картинки, выставляйте для людей. Причем хорошо работают, когда вы ставите цену на картинки, значит, для консультантов и цену для клиентов. Кроме того, набор One Week Miracle, тоже посмотрите, какая вкусная цена у нее. То есть обратите на это внимание. На что еще я обратила внимание? Сейчас очень сухая кожа в связи с температурным таким режимом, да, с перепадами. Так вот, обратите внимание, что гиалуроновая кислота идет, гиалуронка серия, с классной скидкой, с 50% при покупке, значит, при покупке двух продуктов. Поэтому на это тоже обратите внимание. Время почистить кожу. И карбокси-серия просто цена-подарок. Смотрите, 800 рублей идет набор. Поэтому воспользуйтесь данным обязательно предложением и расскажите своим консультантам, те, которые обслуживаются как у вас в офисе, так и в других офисах, в своей структуре. Смотрите, крем Чок-Чок, тональный крем, тоже идет с хорошей скидкой. Универсальный оттенок, да, который подходит всем. Поэтому рекомендуйте его. И обратите внимание, серия, подростковая серия сейчас идет тоже со скидкой 50%. То есть на это тоже обращайте внимание. Потому что сейчас весна, и у подростков прям вот более активно идет работа сальных желез и воспалительных элементов все чаще и чаще обращаются прямо ко мне расписать программу по воспалительным элементам. Еще такой момент, до солнышка еще нам, до загара далеко. Я не про тех, кто ходит в солярий, а те, кто любит естественный загар, да. Поскольку солнца еще нету такого тепла, то мы можем с вами воспользоваться автозагаром для лица и тела. Посмотрите, 60% скидки на данный продукт. То есть это тоже обращайте внимание, предлагайте людям, когда они делают заказы. Следующее, на что я обратила внимание, на что я сделала закладку. Вот такая серия вербена. Мы в прошлом каталоге в офисе дегустировали, я раздавала дегустационные материалы серии вербена. Девочки писали отзывы, просила писать отзывы, просто бомбические положительные отзывы. И до сих пор приходят в офис ко мне и говорят: спасибо, что дали попробовать. Я давала дневной крем и CC пробовать, значит, в пробничках тесты делала такие. И смотрю, делают в заказ серию вербена прям очень активно. Сейчас у нее 50% скидка в каталоге. Также на серию ботаника, на любые два продукта со скидкой. Тот, кто любит свои ручки, обратите внимание, что крем «Жидкая перчатка» и омолаживающий крем со скидкой просто фантастической. Просто цена подарок. Поэтому запаситесь обязательно жидкой перчаткой. Сейчас начнутся вот такие работы на дачах, да, поэтому обязательно рекомендуйте дачникам данные кремы. Тот, кто, допустим, с чем-то связан, там, с маслами, машины делают, мужчинам такие крема прям дарите. Кремы, девочки, извините. Дарите прям в подарки. Кроме того, поскольку весна, мы любим все, чтобы блестело, все
цвело, расцветало. На наших губах это помогут сделать блески с хорошей скидкой и вот такие вот помады, которые имеют атласный финиш, уход имеют хороший. Поэтому на это тоже обратите внимание. И обязательно советуйте использовать. Тушь для ресниц. Обратите внимание на то, что тушь сейчас идет по бонусу. Хит продаж, наш хит продаж, да, это две классических туши, которые, значит, у меня девочки так и называют, золотая и красная в бархатном мешочке. Вот золотая и красная в бархатном мешочке сейчас идет с хорошей скидкой. Поэтому обязательно воспользуйтесь сами, предложите воспользоваться клиентам, чтобы они не забыли. Ну и есть классическая тушь, тоже с 55% скидкой, тоже хорошая скидка. Это серия из серии Tubing, значит, обычная кисточка классическая и удлиняющая тушь и укрепляющая наши ресницы. Так, что еще? Также пудра идет, продолжает. Про парфюм я уже сказала, то есть парфюмерный гардероб прям советую вам поменять самим и предложить поменять клиентам, выбрать что-то новое. Тем более, вот какую бы страницу ни открыл, минус 50, минус 50, минус 50. Серия Пуртужур идет еще и при заказе, тут гель в подарок идет. На это обратите внимание. То есть вот опять 50, поэтому обязательно обратите внимание, я говорю, предложите своим клиентам сменить свой парфюмерный гардероб сейчас на весну, на лето. Что касается эфирных масел, любые два масла идут с хорошей скидкой. Посмотрите, цена просто волшебная, то есть и минус еще наши 26%, это просто класс. Поэтому тот, кто говорит, что дорого, сейчас вот есть возможность воспользоваться предложением каталога и взять два каких-то масла, хотя бы начать с каких-то двух масел со скидкой. Шампуни со скидкой, гели для душа со скидкой. А еще я хочу обратить внимание на наши прокладки. Посмотрите, давно не было такого чудесного предложения с такой хорошей скидкой. Прокладки идут 179 рублей по цене каталога. Представляете? Поэтому делайте запасы не только себе, но и близким. Обязательно предлагайте, когда оформляете заказы, выкладывайте в чаты об этом информацию. Потому что, поверьте, нам только кажется, что люди видят все скидки. Нет, они не видят все скидки, потому что они заняты другими. Они не работают в Faberlic, они им пользуются, поэтому они не всегда видят. И наша задача сделать акцент на данные скидки. Ну и кроме того, я не могу не остановиться на Molecule Force. Это вот такие продукты, посмотрите, с какой хорошей скидкой. Посмотрите, 5 продуктов с великолепной скидкой, с 40% скидкой. Поэтому на это тоже обратите внимание. Конечно, обратите внимание, потому что не каждый все равно увидит в каталоге этот значок, что они могут пройти тестирование. Потому что без тестирования, бессистемное питье дает, конечно, результат. Но если человек хочет действительно хороший, пролонгированный, длительный результат, то необходимо пройти все-таки тестирование. Еще одну новинку, которую я вам не показала на слайде, это новинка для уборки на кухне. Вот такая губка появилась. И вернулись вот такие наши металлизированные тоже две губочки в каталог. И еще одна салфетка для удаления пыли новинка. Вот она, девочки, салфетка для удаления пыли. Уже заказала, потом напишу отзывы по данной салфетке. Вот. Точно так же обратите внимание на скидки, значит, на обувь, на одежду, новинки одежды, там новая коллекция носков, кепка-бейсболка великолепные, шикарные, просто классные. Я выписала, сейчас покажу, вот я тут все время отвлекаюсь такая, да? Значит, вот такое вот платье, тут их, знаете, я два разных выписала, это клиентам я понесу на примерку, такое платье
с отложным воротничком. Девочки, я когда достала, там качество просто фантастика. Такой вот, там хлопок, 98% хлопка и 2% всего спандекса. Но ткань такая плотная, классная. Поэтому она будет, даже если где-то недостатки фигуры, платье сядет классно, потому что за счет того, что ткань плотная, она не будет выделять и подчеркивать это, а силуэт данного платья, вот, надеюсь, моим клиентам подойдут эти платья. Я прям очень хочу, чтобы они подошли, потому что мне самой понравилось качество этих платьев. Спортивные костюмы, новинки, уже идет за ними охота. Обратите внимание, что очки, солнце уже становится ярким, а лето не за горами, осталось всего ничего, да, когда солнце нас будет баловать прям вовсю, и, соответственно, наши глазки необходимо защищать от ультрафиолета, и для этого у нас есть с вами очки, которые мы можем использовать. Значит, 5 великолепных таких форм вы можете выписать, да, примерить, давать клиентам примерять в офисе, чтобы они выбирали, чтобы каждый ушел в очках из нашего офиса. Вот, все остальное, я думаю, что вы уже видели в каталоге, на все обратили внимание скидки. Если у вас есть вопросы, пишите, если вопросов нет, то я желаю вам в этом каталоге, каталоге номер 6, самых высоких продаж и объемов на офисе. Девочки, всех обнимаю, всем хорошего дня!